өршіп тұрған кезі. Сондықтан үй жағдайында қандай жаттығулар жасаған дұрыс? Здравствуйте всем. Хотелось бы вам показать основные упражнения при пневмонии. Это могут делать самостоятельно дома, также и в стационаре в больнице. Положение ложа. Нужно лечь желательно ровно. Положите руки, значит, одну руку на живот, вторую руку на грудную клетку. Так как у основного человека два типа дыхания, это грудной и брюшной. В здоровом состоянии человек дышит в основном грудной клеткой, то есть грудью. Это наглядно видно, когда вы нужно дышать желательно при пневмонии именно брюшным животом. Делаем вдох носом, выдох через рот. Не спеша. Делайте это спокойно, не торопясь. Второе упражнение мы делаем в положении лежа. Руки вдоль туловища. На вдохе нужно поднять руки над головой. При опускании рук делать надо выдох ртом.